Тасюряхе установлен памятник в честь основателей села Каюров. Благодаря им геологи-первооткрыватели шли к несметным богатствам республики. Местные жители решили, что только так смогут отдать им дань памяти. Продолжит моя коллега из Алмазного края. Геннадий Савинов – один из идейных вдохновителей памятника Каюру. Исконным занятием в селе было оленеводство. Начиная с 50-х годов прошлого века, деды и прадеды местных жителей сопровождали геологов и помогали им передвигаться по болотистой местности. Поэтому в Тасюряхе установкой скульптуры решили отдать дань памяти основателям поселения. Например, вот дед один уезжал Каюром, и с ними кто-нибудь молодой, не племянник или кто. Вот только основные все так работали. И вот мы хотим показать это наше, вот наше новое, молодое поколение, как мы жили, вот жили наши отцы, дети, и как образовалось все это наше село после этого. Скульптура выполнена из бронзы. Ее автор – архитектор из города Тольятти Армен Минасян. Рядом с памятником появится доска с фотографиями, именами каюров и почетных граждан, а также карта Тасюряха. Все это стало возможным после получения гранта в размере 4,5 миллиона от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия на благоустройство села. Мы участвовали в конкурсе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики и выиграли грант 4,5 миллиона рублей. И когда мы поехали уже со всеми мероприятиями, у нас очень много там было мероприятий, которые хотелось бы воплощить в эти 4,5 миллиона. Но там критерий такой, что именно должно быть благоустройство площади, вот строительство площадей. Отсюда и пошло, поехало вот строительство этой площади. И тут деньги района есть. И 4,5 – это грантовые деньги. Открытие площади Вехи истории состоится после установки памятной доски возле памятника Каюру. Все важные сельские праздники и церемонии будут проходить именно здесь.